Гандер 2 дубль 1. Это? Да. Нормально? Я врезал. Ой, подождите, я начала уже снимать. Уже рэк пишется? Да. Ну ладно, все, хорошо. Так же я остановишь. Запись. Сцена 1, кадр 1, дубль 1. Доброго дня. Ми знаходимося в таборі «Артек» біля корпусу Печерського району. Ходімо. Міра. Сцена 1, кадр 1, дубль 1. Два. Запись. Сцена 1, кадр 1, дубль 2. Сцена 1, кадр 1, дубль 2. Доброго дня! Ми знаходимося в таборі «Артек» біля Печерського корпусу району. Корпусу Печерського району в лісі. Камера. Сцена 1, кадр 1, дубль 3. Доброго дня! Ми знаходимося в таборі «Артек» біля корпусу Печерського району. Що ж, ходімо? Вообще никого. То есть не снимаем? Короче, надо договариваться. Да, да. Вообще будет круто. Да, и вот фон сделаем. Вот такой вот. Крупный план, давай. Зебра. Зебра пошла. Подожди, полетела. Зебра хвост. Камера. Сцена 1, кадр 2, дубль 1. Що ж, ми прийшли до Печерська, але, на жаль, нікого немає. Ми дуже хотіли запитати в них, ну... Пошли. У нас пришло, у тебя дядя поснимает нас. Хочу заснять, а надо, чтобы все были. Я не знаю, где вы. Ось це Печерська. О-о-о. Давайте. Зняли? Да, знімаю. Знімаєте вже? Да, давай ще раз. Ми прийшли до Печерська, хотіли взяти в них інтерв'ю, але, на жаль, мало хто зібрався. Ну, я не знаю, що. Три несчастных вопроса. Да все, Рафа. Вырежете там, где я просел? Просяпанку? Пусть они вырежут. Если не дадите интервью, не вырежу. Да, просто понимаете, что... Я пишу. Что пишешь? Импровизация. Вот так вот. Вот так вот. Я думала, вот так вот. Вы как раз уже побежите вот так вот. Понятно? И выйдете сюда вперед. А? Кирова нажала два раза. Побежали, так и поясами выбрали. Сюда или все сюда? Вот так? Ой. Держи. Все есть. В нашем квесте заключается то, что каждый район должен без помощи жестов, каких-либо звуков, как бы продемонстрировать то, как они смогут встать быстро в пару. Свое взаимное понимание. Ну, с помощью взгляда. Продолжайте про Калинку. Ну, пока общем, не мы подойду. Рассказываем про корпус легенды. Да, рассказываем про корпус, про легенду, что это за корпус, легенду. А потом, само собой... Ну, расскажите мне легенду, я пришел, вот, я отряд. Поехали. На том месте, где нынче расположено это удивительное озеро, раскинулась бескрайняя степь. И стояло посреди этой степи небольшое селение. Питьевую воду в этом селении люди брали из единственного источника на сотни километров вокруг. Свой обед сын не сдержал, и источник высох. Жители селения стали укорять его мать в этом. Однажды,
Она же, сев возле источника, горько заплакала, а слезы ее, падающие на землю, образовали озеро. Мать, сидя возле образовавшегося озера, неустанно повторяла имя сына – Селигер. Так и назвали это озеро. А история? Вот видите, плохо вы знаете историю.